Всем привет! С вами снова Висмар и Виталий. Мы продолжаем проходить Portal 2. Привет! Пошли, там красивые офисы были, беленькие такие. Да. Я туда уже заглянул. Напоминает о людях. Ты думаешь, люди существовали до нас? Да, я скучаю по людям, глядя на твою железяку. Ты правда веришь, что люди существовали? Мне кажется, что раньше это были старые древние роботы, которые все это построили. Ты перечитал роботизированные фантастики. Да ну тебя, я тут... Ух ты, тут моя голова. Твоя? Блин, моя голова. Тут везде это... моя голова. Я популярный. Нет, черт. Я вообще популярный. Цвет везде синий. Смотри, на стене синий квадратик. А он там желтый. Ну, желтого нет, больше. Это ржавчина. Неправда, желтого больше. Ну. А вот это моя голова, смотри. А, точно. Твоя голова. Где? А, да, это твоя голова. Это моя голова. Ну ладно, я все равно популярней. О, смотри, турель заработай. Как. Ой, это надо заскринить вообще. Я ж тебе говорил, что людей не существует. Это надо заскринить и вообще мем создать какой-нибудь. Я тебе говорил, людей не существует, их не было. Я забыл. Это все миф. Скрина, ну я вроде нажал. Я хочу увидеть Гордона Фримена. Прикинь, турель разукрашенная Гордона Фримена. Выключатели вон там. Подайте питание. Поспешите. Нужно начать обучение, пока еще что-нибудь не случилось. Че, ты издеваешься, что ли? Какое обучение? Не знаю. А, о. Мы уже, блин, столько нарешали, что у меня мозг работает на овер 9000%, блин. Ты со своей стороны там включи. Хорошо, сборочный аппарат снова работает. Это Валим. Была ложь, но определенно сейчас они не так сломаны, как раньше. Один из них в конце этой незаконченной тестовой зоны. Что? Я ничего не понял, что она говорила. А, ну, вниз прыгаем. Ну да. 5. Да, 5. Здесь? О, здесь турили. На турельке. Вот белый они. Крем. Это молоко. Молоко, белок. Да. Так, что он делает? На него можно ставить эти самые порталы. Ставить. Да. Так, погоди, вот так надо сделать. Вон, видишь? Вижу. Сейчас надо вот этот все обмазать. Я вижу, что я упоролся. Я вижу 4 тебя. Ну ладно. Ну, 3. У! Нет, 4. Блин. Я случайно падаю в них. Фак, вообще жесть. Так, ладно, надо что-то думать, куда вообще тут идти. А, так, нет, с этой стороны нельзя. Нет. Что-то здесь. Так. А ну я вот. Я вижу кубик. А вот там турели. А мы туда не можем. Слушай, надо сейчас извращаться к елям. Нифига себе, тут пропасть и... А что там много? Ну, че, где? Вниз посмотри. Не, на самом деле, если проходил синглплеер этого самого, как раз Portal 2 там... Есть, там, что там очень глубоко, да, все это. Там еще из таких древних годов есть. Это все, так скажем. Ну я попозже пройду, стоит только начал. Ну, там стоит, на самом деле, очень интересно все. Ты где? Я здесь развлекаюсь с порталами, чтобы... Ты вообще в начало ушел? А, вот оно что, я понял. Да, я это как раз все это закидываю сейчас вот этим белым гелем. Как раз с той целью, чтобы можно было перебраться. А, он не долетает. А, нет, слушай, долетел. Прикольно. Не шибко далеко, но долетел. Нет, надо как-то усилить его, ну. Сейчас, погоди. Может нам... Подожди, ты же один только свои порталы делаешь. Давай-ка я тоже сделаю, чтобы... Ну... Сейчас, погоди, сначала... Вот так. Блин. Ну, ты своими порталами тут пользуешься. А теперь ты создавай. Ну и вот куда я должен создать его? Да, не-не-не. Вот тут в полу и туда. Да, блин. С четырех-то порталов разгона будет больше, наверное? Да нет. А, что-то да, не будет. Ведь. Абсолютно никакого. Так, сейчас, погоди, вот так вот надо сделать. Угу. Надо вот ту стенку обмазать. Вот, да, вот эту вот. Так. Прогресс. А, сюда.
Так, вот сюда. Блин, а здесь нельзя. Ну ладно, вот так сделаем. Тоже не вариант. Не-не-не. Так, тихо-тихо-тихо. Во-во-во-во-во-во. Сюда долетит, думаешь? Нет. Нифига не долетает. Блин. Аккуратней. Фак. А, погоди, чуть-чуть, как через дурак, то вон же есть. Так, погоди. Там есть сверху. Короче, вон туда можно. Сейчас. Сейчас все будет, короче. Я додумался. Ну даже не знаю. Мне кажется, там тупик. Кто тебе сказал такое? Блин. Ну как ты так умер, а? В общем, я почти пошел к турелям, почти, но не до конца. Погоди, то есть я умираю и все наши порталы пропадают, да? А, твои порталы. Мои только, ага. Не, мы туда не достанем. Сейчас, погоди. Все есть, сейчас все будет. Ой, надоело не вертеться. Так, вот теперь, кстати, нам нужно скооперироваться. На самом-то деле. Хотя, может, и не нужно. Каким образом? Сейчас, погоди. А может, и даже и не потребуется это все делать. Пока. Так. Да, пока что не требуется вообще абсолютно. Я не знаю, вообще так или это проходится место, ну как-то без разницы. Нифига себе, что-то там натворил-то, а? Чё тебе не нравится? Ну, блин, я... Где я? О, как шикарно, шикарно, шикарно. Продолжаем. Я снова чувствую себя идиотом. Это не знаю, как-то... Я не знаю, что я делаю, но я что-то делаю. А ты в курсе, да, что мы кубик-то не взяли? Я думаю, это небольшая проблема вернуться туда, на самом-то деле. В любом случае, у нас теперь есть... Белая хрень. Да, белая хрень на той стороне. У нас есть молоко, размазанное по стенам. Да. В общем. Хотя нет, это скорее даже сметан. Ну или что-нибудь еще. Кефирчик. Ага. Так, ты что, за кубиком? Да, я за кубиком пошел. Блин. Ладно, сейчас я к тебе вернусь туда. Сейчас я тебе портал создам вон сзади тебя. Где? А ты второй-то поставь там где-нибудь сверху, да? Так, блин, черт. Так. Нет, я не там. Ладно, подожди, я на сейчас. О, все, я тут. Так, ты там ну... где-нибудь создай там, пожалуйста. Да. Их надо вот так вот. Блин, ты варвар просто. У меня есть куб. Все, пойдем. Что-то даже на самом деле тут и одному можно пройти. Здесь есть мой старый прототип. Ну так кто-то нашел его, подключился к нему и пытается захватить мой комплекс. Прошлую неделю я провела в попытках превратить одного из людей, что вы нашли, в машину для убийства. Как этот, ну, сами знаете. Оказалось, люди на удивление хрупки и на удивление громко возмущаются по этому поводу. Мораль этой истории в том, что все люди мертвы. Поэтому теперь все зависит от вас, лентяи. Блин, я же говорил, что людей нет. Прикинь, людей нет вообще, и все реально мертвы, и остались только эта лаборатория, где проводятся бесконечные эксперименты с этими порталами. Пиздец вообще же угнетает. Ну, вообще, на самом деле, так-то здесь есть один человеческий персонаж, которым мы в сингле играем. Нет, именно в компании за роботов этих. А, ну вообще в компании Aperture нету людей уже, насколько я знаю. Да, там же вообще апокалипсис. Было неясно, работает ли сборочный аппарат. Похоже, наша таинственная дама в прототипе хочет сказать, что она меня не боится. Но не волнуйтесь, у меня есть план. Мы продолжим испытания и покажем ей, что мы тоже не боимся. И не важно, насколько опасны будут для вас эти тесты. Так, ты опять там головой долбишься. Нажми вот на кнопку. А я понял, что делать надо. Оп. Ты на кнопку нажмешь? Нам нужен...
ящик. Луп. Опа, я. Ты его поймал. Молодец. Да. Ой, какая-то большая комната, а? Ух ты, слушай. А-а-а-а, блин, сейчас, погоди. Опа. Ей. А, подожди, погоди, погоди. Нам надо одновременно было прыгать. О! О! Так. Так, слезь пока что там. Ну ты зачем ты это сделал? А дай куб. Блин, дай. Да зачем ты это сделал? Не забирай. Все, оставь его. Оставь его здесь. Стой со своим кубом. Так. Ну и типа. Так, собственно. Собственно, ну, собственно, нужно, да, спуститься. Ну чё? Чё дальше, собственно? Спуститься. Есть у меня подозрение, что тебе придется подождать меня внизу. Давай. Кто тебе сказал, что придется подождать? Привет. Ну ты. Делай так, вы сами идете к ней в руки. Точнее, идете прямо в кислоту. Но вы же понимаете, что? Что я имею в виду. Но. Я никогда вообще в жизни не привыкну к механике этой игры. Да, блин, ты сейчас этот куб скинул, зачем ты это сделал? Чтобы подняться. Давай, запрыгивай на эту фигню. Ну. А там что с той стороны, ничего нет? Не, пошли туда. Короче, давай. Иди по этому как раз мостику. Вот, да. И там надо как-то. Ну тут в общем-то ничего нету. Ну, вон там можно поставить портал. А вот где второй портал, я не знаю, где ты можешь поставить. Погоди. Портал. А смысл какой? Ты хочешь, чтобы оттуда влететь сюда в дверь? Я представляю, как это будет выглядеть. Да нет, я бы не сказал, что влететь. Скорее, там мостик надо как-то поставить. А, ну да, ну да. Знаешь как? Понятия не имею. Там какая-нибудь еще поверхность есть? Нет, больше ничего нету, только одна вот эта белая доска. Жаль. Здесь все. Очень жаль. Так. Погоди-ка, сейчас посмотрим. Погоди, а если я заберу сейчас этот куб, что будет, интересно? Ты уверен? Ты уверен? Я просто вниз упаду. А, вообще да, кстати. Смотри, а вот это что? Не просто же так? Или просто так? Понятия не имею. Попробуй спрыгни. Не, не хочу. Там эта кнопка, где куб вываливается. Че, правда? Да. Че случилось? Да ничего страшного, порталы просто там закрылись. Так, больше нет. Ничего. Да. Вообще. Так, я пошел вниз исследовать. Да. Зря я сюда это сделал. Ну ладно. Собственно. Как возвращаться будешь? Там портал есть куда поставить? Нет. Ну, надо, блин, забирать куб. Это куб надо забирать. Я сейчас буду головой биться. Пум. Ты в курсе, да, что ты когда бьешься головой, тебя плашмя кидает? Тебя так же. Так что не обольщайся. Хватит смотреть. Ты смотри. Я понял. Ну. Или подожди-ка. Ты меня пустишь туда наверх или нет? Как мне это сделать? Да ты куб забери, чтобы это провалиться, и вместе запрыгнем. Ты хочешь, чтобы я упал с небес? Да. Ну. Ставь давай. Да что ж ты? У меня куб далеко. Давай. Ну ставь быстрее. Во. Оставь его здесь. Сел? Встал? Так. Тут что, ничего нет, да? Да. Так, погоди. Давай-ка я попробую. Смотрю, что здесь есть еще. Я могу.
отсюда, подожди-ка. Ну если ты пройдешь, у тебя портал исчезнет. А, слушай, я знаю. Смотри, я вот этот портал сюда поставил один, так? Ну. Вот, теперь выбирайся туда наружу, к кубу иди. Ну ладно. Иду. Я понял. Давай, давай, давай. Хочешь сюда залезть сейчас, да? Да, я к тебе сейчас хочу залезть и открыть портал, давай. Да, ну, ну, точно. Давай, поехали. Во. Вот и все. Ну. Вот мы его и прошли. Задание выполнено. Теперь она знает, что мы ее тоже не боимся. Это была небольшая тренировка в планировании. Вот настоящий план. Я превращу вас в машины для убийства. И вы сможете убить ее. Какая самонадеянная Гладус. Ну, у нее такой голос миленький. О, это да. Самый знаменитый электронный голос, по-моему, во всем мире. По-любому. Как в нее можно не влюбиться, да? В машину? Ты не знаю. Ну, не в том смысле влюбиться. Я сейчас, секунду. Как сделать из лентяя машину для убийства? Страница 70. Ага, какой у тебя вес испытуемый? 70 кило. Таких больших куч человеческих отходов не бывает. Стоп, бессмыслица какая-то. Чё? Средний вес кучи человеческих отходов составляет 90 килограммов. Это я знаю совершенно точно. О боже. Испытуемый, мне сообщили, что ваша мать... О, какая гадость. Что там было? Вы потренируетесь, а я пока почитаю. Такие звуки листания страниц. Там вес человеческих отходов. Вот сам, 90 килограмм. Отходов. А, вес. Вес, да, вес человеческих отходов 90 килограмм. Так, собственно, нам нужно куда-то пройти, да. Ой, тяпатя. Ну ясно, патя, что не туда. Ну это да. Собственно, нам нужно... А что нам нужно, собственно? Нам нужно куда-то туда. Вопрос остается активным. Как нам туда пробраться? Я вообще хренью занимаюсь. Да и заметил. Так, что нам нужно? Нам нужно портал один явно туда поставить. И лазер. Ну то есть не лазер, а шарик. Ну шарики-то у нас вон там как раз находятся. И он там еще один падает. Вот, и нам нужно как-то поставить еще вон туда этот самый как раз портал. Ты какую-то фигню включил, да? Я? Да, вот. Видишь, этот оранжевый луч стал вот этот. Он в обратную сторону. Столбы. Ой-ой-ой-ой. Меня сейчас переработает. Ага. Нормально все. Блин, я что-то даже не вижу как. Слушай-ка. А помяни-ка портал, а, мой. Потому что я тут застрял. О, вот так. Так. А, слушай, я вижу, во. Так, только вот как нам туда попасть. Во, тебе вот туда нужно, во, вон вот туда. Мне? Да. А, ну да, да, я понял. Погоди. Хотя, погоди, как ты это сделаешь, непонятно. Нет, погоди, это бессмыслица. Не-не-не, все понятно. Так, стой, погоди. Ну попробуй, конечно. Ну, может быть, не все, но все равно. А, меня опять в обратную сторону. А ты что делаешь-то? Я? А, погоди, а вот это для выпрыгивания надо. Какое? Ну, вот это вот место, вот где ты открыл, это для выпрыгивания. То есть туда нужно прыгать и откуда-то резко выпрыгивать. Понятия не имею куда, но надо, да. Собственно. Да. Может быть. Понятия не имею.
Нам где-то нужно... Короче, нам нужно как-то вот туда вот. Видишь? Вот сюда вот нам нужно как-то пробраться. Там что у нас? Там турели. Шарик лежит, да? Да. Там турели и шарик. И тот шарик на... А, ну вот же. Давай, слушай, ты пожертвуешь меня... собой, а я схвачу этот мячик. Хотя нет. Хотя нет, он расщепил, он расщепится все равно в любом случае. А, да, преграда. Так. Блин, что-то здесь... не катит, да? Да. Значит, нужен... А, погоди, во! Слушай, я понял. Смотри. Сейчас сделаю вот здесь, и я дырку. Вот здесь я дырку делаю. Ты делаешь дырку здесь и здесь. У меня такой вопрос. Ты как местами поменял вот эту фигню? Она же была оранжевая. Какая? Кто? А, ну лучше. Так я тебе и говорю, что делать. А... Блин, сейчас. Вон а, туда лучше, понял, и понял. Вот сюда. Давай. И вон туда еще, ну, вот, вот там он. Ну, блин, я не... А, дядя, вон там. Так ты показываешь не на то место. Во. Так, сейчас, погоди, я сначала уезжаю сюда. А, подожди. Так, погоди, все норм, сейчас будет. Так, а я смогу поставить или нет? Так, давай... Короче, сейчас я вот здесь вот сам поставлю свои порталы. Видишь, там дырка в стенке, вот как раз вот на этой стенке. Видишь, там сверху дырка. Ну, я уже сделал. Вот, и вот сюда второй портал. Вот, так, там втягивается, да? Ну, да. Так, сейчас попробуем, поставим куда-нибудь сюда от портал, к примеру. Да, вот так. Не, что-то плохо я поставил. Так, собственно, мне нужно нажать на кнопку. А тебе как-то переключить лазер. Переключай лазер! Переключай лазер, переключай! Все! Не думай тут умереть. Блин. Какой лазер? Ну, блин, тут надо все резко делать. Сейчас, погоди. Я создал просто портал, и ты у меня исчез. У меня ведь портал стоял там. Да это я просто специально сейчас сделал. Вот, короче, смотри. Ну, да. Объясняю логику, которая нужна. Вот, ты управляешь лазером. Вот. Ты ну, все, как бы перебежать. Лазер, да, вот, ты, здесь, короче, там. А, подожди. Сейчас я вот короче, переключаю лазер в то состояние, чтобы он меня втягивал. Да, вот. Нет. Не втягивай, давай. Ну, давай. Он меня должен всосать. Но ты не видишь, его не настроил неправильно. Нет. Ну, подожди. Вот, да что ж ты такое? Да? Ты хочешь, чтобы ты его вот сюда? Вот. Во. Да. Вот, заползаю туда. Ты предлагаешь мне быть? Да. Я не знаю, успеешь ли ты нажать на кнопку и схватить ящик. Подожди, ну а как я должен туда залезть? Ну вон туда портал и куда-нибудь вот туда, допустим. А, ну ты уже сделал, да? Да. О. Так, сейчас тебя туда всосет. Меняй. Так, ну, в принципе, это даже не обязательно. Так. А, убирай портал-то куда-нибудь, свой второй. Так, вот, все. А, сейчас, погоди. Да с... Зря ты это сделал. А я бы был в этом. Да это понятно, сейчас, погоди. А... Я тебя сейчас должен да, направить... Удачно я попал на перекрестие прям. Меня ни вперед, ни назад. Ага, вот так. Да. А... Блин, нет, слушай, это фейл. О, что было? Нет, я понятия не имею, как это сейчас правильно сделать. Если знаешь, что? Мучиться, я же говорил, ты когда портал убираешь, он это исчезает. Да нет, это понятно. Короче, я что-то не понимаю. Ты должен... Так, сейчас, погоди, я соображу. Может отсюда? Вот, все, погоди, я сообразил, смотри. Ставь один портал свой там. Вот, теперь смотри. Так, сейчас, погоди. Ну. Вот. Второй я ставлю он там. Ага. Так, ну вот, я, короче, тебе сейчас открываю туда путь. Вот, и при этом мне нужно как-то еще и обернуть его вспять. А, нет, слушай, погодите, ничего не надо, Андрей.
Вот. Вот прыгай в красный, вылетишь из желтого как раз туда, куда нужно. Во, все, шикарно. Так, ставь над собой портал. Синий. Во. Так, успеешь нажать кнопку-то? А, блин, слушай, черт, извини. Если ты можешь это представить. Понял логику? Нет, я просто это промазал. Ну просто ты не успел вытащить. Не-не-не-не, я промазал просто. Короче, вот. На порталы, прыгай туда. А, ты забыл еще поставить же здесь портал туда. Выползай оттуда. Не, я не вижу. Не могу. Ну я говорю, выползай оттуда. Ай, меня затягивает. Давай, давай, вот, и он ставь туда. Вот. Давай, прыгай, я порталы пока держу здесь. Так, вот. Да. Поехали. Вот сейчас я теперь должен все нормально поставить буду. Я поздно слишком, да? Да, нет, слишком... ты просто перепутал. Не тот портал, походу, открыл. Нет, я слишком поздно просто это сделал. Ладно. Вот туда портал, да. Прыгай, давай. Сейчас все будет. Командный дух. Да. Так, сейчас все будет. Силен. Я не удивлюсь, если я сейчас через 2 секунды упаду. Я не успел. Лови! Нет. Блин, давай обратно! Сейчас все будет. Блин! Блин, я не успеваю затаймить все по-нормальному. Как же не хватает слоумов. Да, ладно, давай. По старой тактике все. Почему мы с тобой не получаем ни одной ачивочки? Мы такие старательные, блин. Не знаю, я получил какие-то ачивки. Да? Ладно, да. Я ничего не получал. Что-то я получал, короче. Много? Да нет, не шибко. Стой, рано. Я скажу когда. Давай. Лови. О! Слушай, шикарно, наконец-то получилось, черт побери. Воу. Так, ты где? Я тут. А, вот. Так, там, по идее, нужно туда. Нет. Ну, вообще, так. Да. Ты это помнишь, как в прошлый раз-то было? А, во, сейчас, погоди, во, я понял. Надо что-то сделать кружком. Во, сейчас, погоди, сейчас все будет. Андрей, сейчас. Да, вот убей их. А, о, извини. Так, через это тоже оно светится. Ну, ясненько. Так, собственно, теперь мы можем забирать. Как-то. Я понял. По-моему. Нет, не понял. А толк? Так, сейчас, погоди. Сейчас что-нибудь придумаем. Я почти уверен, что мы это сможем сделать. Давай. Смотри, это будет, наверное, очень тупо смотреться. Тебе нужно как тут сюда попасть. Я знаю, это невозможно, но надо. А, ну я понял, это можно сделать. Как ты это сделаешь? Стоп. Нет, это нельзя сделать. Я тебе говорю, это нельзя сделать. Блин, так. Как сделать-то? Надо быстрее, пока он не исчез, его тащить. Нет, к сожалению. Блин, че ж с ним сделать-то? Это нечестно. Да. Так, а отсюда нам никак нет, да? По идее, как-то можно в этих порталах. Ага. А, слушай, все, я понял, смотри. Ты ставишь портал сюда и сюда. Так, вон туда. Ты меня чуть не убил. Давай, во. Ну что ты сделал, а? Зачем ты сюда вошел-то? Стой там, вон туда портал. Во, все, я. Так. Ага. Все, я поехал. Так, и надо будет сейчас как-то сделать хитрый шаг конем.
А, во, все, понял, смотри. Блин. Короче, тебе нужно с помощью того куба перенаправить луч. Сделать так, чтобы, короче, он в обратную сторону вот эта фигня стала идти. Сможешь это сделать как-нибудь хитро? Во! Все, сейчас он к тебе там приедет. Вообще-то не приедет, он пойдет через... Сейчас все будет, смотри. Опа. Так, не... А, все, ясно, да. Блоб. Нет, так. А, да, убери луч. Вот, сейчас. Так, все, я пошел за этим шариком. Да, давай. Надо было его ловить. Вот, и ты его сейчас это перенаправишь как раз в обратную сторону. Я надеюсь, что я смогу его сейчас отсюда взять. Ну, почему нет? О, да, все, давай, перенаправляй. О, шикарно. Да, блин! Ну что ты сделал? Прям посередине. Сейчас все сделаем. Я ж туда не запрыгну сейчас. Ну, так ты портал это сделай. Только не двигайся. Не без лишних движений. Так, короче, смотри, я могу туда шарик отправить. Вот, но. Ну, отправляй шарик. Вот, но когда он появится, когда он на той платформе будет, тебе нужно твой фиолетовый портал убрать куда-нибудь, понял? Когда он будет над платформой? Над платформой шарик, когда будет, тебе нужно убрать свой фиолетовый портал. В принципе, можешь не смотреть, только вот, по команде моей сменишь его, ладно? Ладно, окей. Так, все, шарик поехал. Меняй! А, черт! Он отскочил. Ладно, сейчас все будет. Сейчас по новой. Так, я пошел. Блин, убери лазер. Так, раз портал, два портал. Я поехал. Мячик, не падай, пожалуйста, в кислоту. Так, ты меня там... Ну что ты делаешь? Ну хватит. О, так, все. О, шикарно. Так. Я на месте, е. А, е. And? Так. Собственно, нам теперь нужно... Еще сейчас, погоди. Один мяч. Нет, погоди. Убери свой портал. Во, так, смотри. Один портал я сюда ставлю, второй сюда. Так, вон туда давай запрыги. Во, ставь туда. Так, нет, стоп, рано. Так, убери его оттуда. Так, нам... Сейчас, погоди, надо как-то сообразить. Надо перенести его, эту фигню. Он там не держится. Так, сейчас, погоди. Ну, проще говоря, вот так. Да, блин. Так, только погоди, его не ставь туда. Не ставь. Иди сюда. Да погоди, его нужно направить просто еще эту фигню, все. За них тебя возьму. Так, сейчас, погоди, вот так вот сделаю. Да просто его кубиком что. Не, просто смотри, нужно вот как-то вот так вот, во. Сейчас все будет, смотри. Так, смотри, вот заходим в первую очередь сюда. Но, все? Ставь туда, отпускай его. Так, поднимаемся. Стой. Стой. Сейчас это опускается, иди сюда. А, вон оно как работает. Да, во. Так. Итак, машинное вот убийство. Загляните поглубже в свои чёрные сердца и скажите, капец, что вы там видите. Хотя, не надо. Я и так знаю ответ, мягкотелых слюнтяев. Ну, в общем, вот так оно проходит всё. Я убит. Ты убит? Да. А, о, наконец-то. Только люк какой-то явно был. Мэк. Ты тут? Да. Я просто... Ну давай, я не люблю
долгие загрузки. Думаю, мы уже доказали, что если кричать на слюнтяя, в итоге получится лишь напуганный слюнтяй. Мы уже на 8 уровне. Положительное подкрепление. Положительно, сборочный аппарат скоро снова сломается. Скорее всего, как раз когда вы будете в нем, подумайте вот о чем. Ей на вас наплевать. Мне, кстати, ты в курсе, да, то, что это не компания, а бонусный уровень? Навсегда. Это благожелательное безразличие. Да, может быть. Так, нам нужно вот сюда. Блять, как я люблю красные кнопки. Так, в общем-то, нам нужно опустить вон ту штуку. А чтобы туда попасть, тебе нужно попасть вон туда. Короче, смотри. Смотри, ставь... А, ты не можешь туда портал поставить, точно. Блин, а как же ж тогда? А что у нас внизу? Внизу у нас ничего. Печаль. Зато я могу тебя покрасить. Да... Я не думаю, что это нам нужно. Так, собственно... Блин, а как же это сделать? А, все, я, кажется, понял. Так. Нам нужно что-то обмазать. А конкретно сейчас скажу, что обмазать. Смотри. Сейчас объясняем. Так, встаем на эту кнопку. Так, ну, где там гель оранжевый? Во. Так, шикарно. Так. Я просто... Что дальше? А, один портал. И вон второй портал. Давай. Ну, ты не забудь прыгнуть под конец-то. Так, стоп, это страшно. Ну, короче, тебе нужно разогнаться и подпрыгнуть, чтобы туда попасть. Не, не долетел. Не долетел. Ну, ты прыгнул слишком. Это самое... Поздно, короче. Да, вроде нормально. Дай еще раз попробуй. Давай. Почти. Так. А, блин, стой. Так, ходи. Ладно, давай. Блин, что это было? Так, короче, Стафи, знаешь, вот сюда портал. Вставай, потом вот сюда. Ну и там портал. Я сейчас тогда попробую. Ну, открой. Во. Блин, я башкой прыгаю. Сейчас все будет. Блин, я большой, по-моему, слишком. Только иди сюда, вставай. Да чтоб тебя. Блин. Иди сюда, вставай. Я тоже хочу летать. Так, погоди, стой. Надо он ту дальнюю еще это замарать тоже. А разве это потом нельзя сделать? Сейчас, погоди, надо вот это вот. Тут просто все, чтобы это без тормозов можно было. Чтобы наверняка. Вон, видишь, вот теперь вот здесь все замарано. Можно вот так вот от начала до конца. Чтобы наверняка, да? Да. Ставь туда портал, короче. Блин, да? Поздравляю, ты долетел. Да, я долетел. Вы желаете остаться там? Так, во, молодец. Я сообразили. Да вообще, так, погоди, слезь с кнопки. Будь добр. Так, нет, я сюда не встану, а то ты меня раздавишь. Так. Так. Ну хватит. Ну ты можешь. Знаешь, вот нет, оттуда я как-то могу, по идее, он туда перепрыгнуть. Но для этого нужно разогнаться. Так, сейчас, погоди. Блин, а как бы это сделать-то даже по-нормальному? Короче, мне тоже надо перелететь. Да по идее нет на самом-то деле. По-моему, да. Иначе зачем эта кнопка на твоей стороне? Так, погоди, ты вот это вот место как-то обмазал еще, да? Я смотрю, он просто, видишь? Да, я вижу. Каким-то образом она у нас обмазана. А вот каким образом у нас это получилось, я сейчас не понимаю. А, случайно. А поставь он туда, под оранжевый свой второй портал. Знаешь что? Нажми-ка на кнопку.
Не, и чё? Нет, тебе нельзя ко мне. В любом случае надо нажимать, потому что будет на ту кнопку. Да. Наверное. Я ж тебе говорю, то поставь вон туда. Ой, блин, нет, извини. Вон туда, короче. И вон туда. Залетит, интересно. Да, да не синий. Оранжевый. О, да. Шикарно. Так, сейчас, погоди, все будет. Я хочу на это посмотреть. Все норм. Тапать! А, блин, зачем я это сделал? Так, сейчас я к тебе вернусь. Не знаю, зачем ты это сделал. Так, ладно, давай все по новой. Я только что посмотрел на свой круглый зал. Так, вон туда. Ну, ну что ты сделал? Во. Ну, вон туда ставь портал. Давай. Так. А, портал номер раз, портал номер два. А, еще, кстати, здесь есть лазер. Да, я знаю, он нам потом, видимо, пригодится. Так, давай, делай то же самое, оранжевый гель. Ну вот это, да. Да-да-да-да. Так, оно летит. Да. Ага, так, это хорошо. Да, да чтоб меня. Блин, я опять сглупил. Так, сори. А, сейчас все будет. Опять по новой. Давай опять по новой. Подожди, подожди. Вот та белая панель, она зачем? Я не знаю, как именно зачем, но я знаю, как забраться он на тот ящик. Поэтому давай вот сюда портал. Я поехал. У тебя там открыт портал, давай. Я побежал. Так. Портал раз, портал два. Давай это опускай. Во. Так, держи, держи, держи. Блин. Нет, фейл. Фейл. Так, да. Пум-пум. А как же тогда? Так, а как же тогда? Так, подожди, правильно же, тебе надо разбежаться, прыгнуть, и ты перелетишь сверху. Так, ну видишь, я горный бьюсь. Ты не так сильно разбежайся. Поменьше. А, слушай, погоди, да... До меня доперло, смотри. Так, где там? Разбежайся, разбегайся. Так, а вот раз портал, вот два портала. Один портал тут, второй портал там. Синюю. Ну вот синяя. Ой, там. Один. Вон туда поставь, один портал. Во. Так, во, все шикарно. Так, поднимай меня. Ну, с кнопки следуй, во. Во, шикарно. Так, оно вылетит куда-то вон туда. Короче, ставь портал сюда и куда-нибудь вот туда. Чтоб можно было поймать. И вон туда куда-нибудь. Вон, вон там, вон там, вон там. Вон, 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 вон. Во. Ну давай. Так. Вперед. Опа. Е-е-е. Так. Теперь мне нужно пробраться назад. А можешь наступить на кнопочку опять? Спасибо. Опа. Так, теперь нам нужно пробраться... А, я понятия не имею, как он туда забраться, серьезно. Куда? Где лазер? Вот туда, да. Ну, там как бы нет ни одной панели. Ну, как бы да. А, нет, погоди, я все знаю. Давай меня туда опять зашвыривай. Ё-моё, ты посмотрел на эту хрень всего 3 секунды, откуда ты знаешь? Давай, я уже знаю. Ну, он туда портал. Ну, туда. Во. Давай, во. Все, я поехал. Так. Сейчас, смотри, что делаем. Синий, и он туда. Ну, короче, синий портал, во, да. И он туда. Во. Прыгать, что ли? Так, сейчас, погоди, еще нужно время. Так, ну, давай. Блин, как-то не очень хорошо, но так насыпалось, хотя... Сейчас, погоди, вот так как-нибудь повыше сделаю его. Как ты не по физике? Все по физике. Так, а вот теперь смотри. Пум-пум. Эй! Нормально.
Да, только мне нужен. Так этот... кубика у тебя нет. А, это не проблема, смотри. А, делаем по той же схеме. Сейчас объясню, какой. Один. Блин, а как это сделать-то по-нормальному? Короче, нужно, чтобы один стоял здесь, и нужно как-то перебросить сюда этот кубик. Дай-ка я попробую. Как-нибудь подумай там. Ну, тут панелек нету. Разве что... Мои порталы же тебе сейчас пока не нужны, да? Нет, не нужны. А, тогда так. Чё? А, слушай, да. Просто перекидывай только сам мячик сюда, шарик сюда. О, да. О, спасибо. Так, все. Это хорошо. Так. Давай, я поехал. Так, а... Так, ты а куда его направить-то? Его нужно куда-то перенаправить. Прикинь, это было просто так лазер. Да нет, не может такого быть. Его нужно куда-то направить. А, вон, все, вон, вон. Татури. Вот, один портал. Вон туда, видишь, вон туда нужно поставить. И второй где-то... Где-то, блин, я понятия не имею куда. А, я вот знаю, где-то знаю. Вон там он. Погоди-ка. А, вот напротив вон той фигни. Напротив, напротив. Да, вот там, во. Сейчас, о, так, сейчас все будет. Попал? Так, это да. Турели. Так, сейчас, погоди. Турель. Так, турель, сейчас, погоди, турель надо. О, все. Да. Сейчас все будет. Можешь на кнопку наступить? Вон, на ту. Я не хочу умирать просто. Я хочу пафосно вылететь. Супергерой, блин. Пошли. Да. А так. Тут что делать? Так, погоди, портал убирай вон тот. Ну, короче, вон тот. Куда-нибудь перемести его. Так. Моя не понимает, Тунг. Мы должны перелететь. Все, моя, все, теперь моя понимает, он. Все, все, все в порядке. Эти разборочные аппараты в еще худшем состоянии, чем другие. Если я больше не увижу вас, и на том спасибо. Пока. Так, ладно, я думаю, на этом, пожалуй, стоит завершить эту серию. Так, ты встань по-нормальному. Че? А, в дыр. В принципе, довольно прикольно и интересно на самом деле прохождение. Так, такое. Да, да. Ну, это еще у нас же не сюжетный, а чисто дополнительный уровень. Там вроде как есть еще сюжетный, где. Так, блин. Ну, надо, короче, поискать. Ну, вот из того самого первого помещения, где мы начали играть, там можно было пойти в разные места. Ну, значит, мы пойдем тогда в следующий раз. Да, я уже устал тоже. Да. Так что прощаемся со всеми вами. Да. Всем пока. Всем пока. Она доставляет нам много хлопот.